Дорогие друзья, изучив санаторий Друзкининкай, хотим поделиться своим мнением о нем. Начнем с места расположения. Здание санатория Друзкининкай стоит в самом центре курорта, недалеко от реки Неман. Санаторный комплекс Друзкининкай большой, включает в себя жилой корпус, медицинский корпус, парк водных развлечений, а также собственный бювет с минеральной водой. Отмечу, что жилой корпус соединен теплым крытым переходом с лечебницей и аквапарком. В питьевой бювет необходимо пройти по улице. Полный видеоролик, где показаны номера, питание, процедуры, а также разговор с врачом, можно посмотреть на нашем сайте sanatoriums.com на страничке санатория Друзкининкай. Теперь поговорим о номерах. Все они хорошо оборудованы, и некоторые из них имеют балкон. Отмечу, что во всех номерах есть система климат-контроля. Подробную информацию о номерах также можно посмотреть на страничке санатория на нашем сайте в разделе «Номера». Что касается питания, в санатории оно на хорошем уровне. Проводится по принципу «шведский стол» – на завтрак, обед и ужин. Выбор блюд широкий. Обязательно присутствует и диетическое питание. И самое главное – лечебная база. В санатории Друзкининкай – собственная лечебница. Работает несколько врачей разных специализаций. Лечение на хорошем уровне. Здесь можно полечить желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, кожные заболевания, нервную систему, органы дыхания. Есть гинекологическая и урологическая программы. В лечении применяются современные методики и новейшее оборудование. Есть уникальные для курорта аппараты, например, барокамера. Важно отметить, что в лечебном процессе активно используется минеральная вода, подведенная сюда из источника. На ее основе проводят большинство водных процедур, а также применяется натуральная торфяная грязь. Есть здесь и соляная пещера. Проведение досуга здесь на отличном уровне в сравнении с другими санаториями курорта. Помимо аквапарка здесь есть настольный теннис, сквош. В 5 минутах ходьбы от санатория расположены теннисные корты. Для детей есть игровая комната в здании санатория и площадка развлечений на улице. В аквапарке также предусмотрены развлечения для детей. Рекомендую санаторий Друзкининкай для прохождения качественного санаторно-курортного лечения с использованием натуральных природных факторов. Если вы хотите совместить комфортное проживание, качественное лечение и при этом немного развлечений, вам в санатории Друзкининкай. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за авторскими видеороликами, бронируйте санаторий Друзкининкай по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.